You're my Miss Right, Miss Right. 널 놓친다면 Miss Right. Всем привет, с вами Мисс Райт, и это дорамный выпуск новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Стало известно больше подробностей о грядущей дораме «О Йоншим». «О Йоншим» — это романтическая комедийная дорама-ремейк старого корейского мультфильма «Йоншим», рассказывающая историю воссоединения друзей детства О Йоншим и Ван Кёнте, которые ощущают сладость и горечь жизни, переступая порог 30-летия. На первом чтении сценария дорамы актеры Сон Ха Юн, Дон Хэй Супер Джуниор, Ли Мин Джей и Чон У Ён впечатлили всех, идеально перевоплотившись в своих персонажей. Сон Ха Юн излучала на съемочной площадке яркую энергию в роли упорной и оптимистичной О Ён Шим, продюсера 30 лет. Дон Хэй превратился в харизматичного Ван Кён Тэ, генерального директора популярного стартапа Кингвелли. Ван Кён Тэ, нытик, который преследовал О Ён Шим, несмотря на все ее подразнивания, теперь вырос и стал хладнокровным перфекционистом. Ли Мин Джест играет Ли Че Дона, младшего коллегу Ён Шим, который тайно влюблен в нее. Чон У Ён исполнит роль подруги детства Ён Шим, красавица-ютубера Гу Воль Сук. Производственная группа прокомментировала: «Это будет дорама, которая заставит вас смеяться и снова пережить те эмоции, которые вы когда-то испытывали при просмотре мультфильма. Все мы провели детство вместе с Ён Шим и Кён Тэ. Мы надеемся, что эта дорама подарит вам сочувствие и утешение, а также даст вам время оглянуться на свое прошлое и настоящее, наблюдая за взрослыми главными героями, которые теперь такие же члены общества, как и все». Оригинальная дорама Дженни ТВ «О Ён Шим» состоится 15 мая 22:00 по корейскому времени. 19 апреля корейские СМИ сообщили, что актеры Хван Ньёп и Чон Че Ён исполнят главные роли в дораме «Объединенная семья». Это ремейк китайского сериала «Во имя семьи». Дорама «Объединенная семья» расскажет историю о трех дядях из неблагополучных семей. Они не связаны кровными узами, но живут под одной крышей, потому что нуждаются в поддержке и заботе. Они вместе справляются с проблемами и поддерживают друг друга. Взрослее они понимают, что ощущают себя далеко не родственниками. В Китае дорама «Во имя семьи» была очень популярной, и индизены с нетерпением ждут корейскую адаптацию. Сообщается, что съемки уже вот-вот начнутся. Предстоящая романтическая комедия «Цветы расцветают даже на песке» обнародовала свой актерский состав. «Цветы расцветают даже на песке» – это новый ром-ком о молодых людях, которые изо всех сил пытаются расцвести в своей жизни на ринге сирыма – это традиционная корейская борьба – в Гусане, город, известным корейской борьбой. Режиссер Ким Джин У из дорам «Образцовая семья», «Королева детектива», «Форс-мажоры» и «Любовный сигнал 2», а также сценарист Вон Ю Джон объединились для работы над дорамой. «Цветы расцветают даже на песке» станет первой романтической дорамой на тему сирыма. Чан Дон Юн превратится в Ким Бэк Ду, игрока класса Тхэбэк, команды по сирыму округа Госан, которая оказалась на грани распуска. Рожденный младшим сыном известной семьи борцов, он считался вундеркиндом, который рано стал звездой сирыма благодаря выдающимся способностям. Столкнувшись с кризисом из-за возможного распуска команды, он воссоединяется с О Ю Гён, что становится поворотным моментом в его карьере. Ли Джу Мён возьмет на себя роль О Ю Гён, которая покорила сердца многих тренеров различных спортивных клубов врожденным атлетизмом и соревновательным духом. О Ю Гён приезжает в город Госан, чтобы занять пост менеджера местной команды по сирыму и встречает Ким Бэк Ду. Юн Джун Сок сыграет Мин Хёнука, выпускника частной школы из богатой семьи, который также приезжает в Госан примерно в то же время, что и О Ю Гён. Мин Хёнук, на удивление, быстро приспосабливается к жизни в Госане благодаря дружбе с торговцами на рынке Госан. Ким Бо Рай исполнит роль Джу Миран, владелица загадочного кафе, которое однажды внезапно появилось в Госане. Ли Джи Джун сыграет Кван Джин Су, бывшего борца с сирыма и давнего соперника Ким Бэк Ду. Кван Джин Су провел детство в тени вундеркинда Ким Бэк Ду, но он полностью изменил ситуацию, став асом класса Хала. И последний, но не по значению, Ли Джу Сын примерит на себя роль лучшего друга Ким Бэк Ду Чо Сок Хи, работающего в полицейском участке Госана. Занимаясь делами в мирном городке, он привязан к нему больше, чем кто-либо другой. Он сталкивается с переменами, когда после подозрительного инцидента в городке появляется У Ю Гён. Премьера «Цветы расцветают даже на песке» намечена на вторую половину этого года. 20 апреля Йоку представили трейлер новой фантастической романтической дорамы «Крушение». Главные роли исполнили Линь И и Лю Хао Цунь.
Богатая избалованная наследница Цзян Сяо Юань попадает в аварию. Когда она приходит в себя, понимает, что у нее совсем другая личность. Теперь она бедная девушка, у которой нет ни семьи, ни образования. Цзян Сяо Юань встречает загадочного парня по имени Цилань, и они вместе пытаются найти истину и разгадать загадку параллельных миров. Дата премьеры пока не сообщается. Новая романтическая дорама «Гон Хё Джин» и «Ли Мин Хо» готовится к релизу. 19 апреля продюсерская команда сериала «Спроси у звезд» заявила, что съемки дорамы завершились 12 апреля и проект готовится перейти в стадию постпродакшена. «Спроси у звезд» — это новая романтическая комедия об астронавте и туристе, которые встретились на космической станции и полюбили друг друга. Режиссерское кресло занял Пак Шин У, известный по работам «Псих, но все в порядке», «Путь любви городской пары», а сценаристом стала Со Су Кян, создавшая проекты «Воплощение ревности» и «Пар». Ли Мин Хо сыграет гинеколога Кон Риона, который отправился в космическое путешествие как турист. Гон Хён Джин перевоплотится в капитана космического корабля Еву Ким, не допускающую ошибок в работе. Действие драмы разворачивается в космосе, и для воплощения задумки режиссера потребуется большое количество визуальных эффектов на стадии постпродакшена. Продюсерская команда отметила: «Мы используем различные техники съемки, чтобы передать невесомость внутри космического корабля, россыпь звезд на станции и пейзаж вселенной. Пожалуйста, с нетерпением ожидайте выхода дорамы». Дата выхода дорамы «Спроси у звезд» еще не утверждена. Ю Сон Хо присоединился к Ли Се Йону и Пэйн Хёку в предстоящей драме о путешествиях во времени. 19 апреля агентство Ю Сон Хо Cube Entertainment подтвердило, что актер снимется в драме «История брачного контракта вдовы Пак». Основанная на вебтуне, «История брачного контракта вдовы Пак» рассказывает о браке по расчету между холостяком Кан Тэ Ха и смелой девушкой по имени Пак. В часовне 19 века Пак Йону в первую брачную ночь теряет мужа при странных обстоятельствах, а потом оказывается в 21 веке, где в конечном итоге соглашается на договорной брак с Кан Тэ Ха. Впрочем, причины для этого у героев совершенно разные. Пэйн Хёк исполнит роль холостяка Кан Тэ Ха, а Ли Се Йон сыграет Пак Йону. Кю Сон Хо примерит на себя роль Кан Тэ Мина, самой горячей знаменитости Кореи и сводного брата Тэ Ха. Будучи чебоем в третьем поколении, в детстве Кан Тэ Мин страдал от недостатка материнской любви и поэтому так жаждет заполучить кого-то, кого мог бы полюбить. Когда в его жизни внезапно появляется чудачка Пак Йону, Кан Тэ Мин постепенно влюбляется в нее. Мы можем с нетерпением ждать превращения Ю Сон Хо в Кан Тэ Мина, красивую, модную, остроумную суперзвезду. История брачного контракта вдовы Пак готовится к выходу во второй половине этого года. Ли Джи Ук и Чо Боа могут вместе сняться в новой исторической дораме. Основанный на одноименном романе сериал «Тан Гым» – это детективная романтическая история о Джи И, дочери владельца гильдии торговцев династии Чосон Шим Юльгука и его любовнице Хон Ране, сыне Шим Юльгука и его законной жены. Руководить съемками будет режиссер Ким Хон Сон, который работал над первой и второй частью «Приманки», а также дорамами «Гость», «Голос», «Ограбление Кореи», «Объединенная экономическая зона» и другими. Вышел официальный трейлер фильма «Криминальный город 3», премьера которого состоится в мае. Публика, которая помнит впечатляющие драки в первых фильмах франшизы «Криминального города», ожидает эффектных экшн-сцен с Мадон Цоком. Согласно Korea Media Rating Board, 14 апреля третья часть фильма была признана неподходящей для просмотра подросткам. Премьера фильма «Криминальный город 3» состоится в мае этого года. Ери из Red Velvet появилась в дораме о людях с ограниченными возможностями. 17 апреля SM Entertainment сообщили о том, что Ери сыграла главную роль в дораме «Кибес. Аплодисменты» про людей с особыми потребностями. Выпуск дорамы приурочен ко Дню инвалида. Ери сыграла волонтера Энсо, который строит крепкую дружбу с собакой-поводырем Кальче, пока они проходят через трудности. Актер Йо Хо Хён стал партнером Ери. Он сыграл Таяна, студента, который теряет зрение из-за несчастного случая. Дорама рассказывает о том, как Таян встречает Кальче, возвращается к повседневной жизни и следует за своей мечтой. Премьера дорамы «Аплодисменты» состоялась 18 апреля. Актер Пак Богом запишет аудиогид для выставки «Рао Дюфи Melody of Color», которая пройдет на первом этаже художественного музея Хангарам, расположенного в левом крыле Сеульского центра искусств со 2 мая в честь 30-летия с открытия центра. У грядущей драмы TVN «Выгодная афера» появился новый постер. «Выгодная афера» – это драма о месте мошенницы, которой не хватает сочувствия, и адвоката, который чрезмерно чуток по своей природе. Чтобы сразиться со злом, двум этим популярным противоположностям приходится объединиться. Дораму возглавит режиссер Ли Сухён, который ранее работал с Ким Дон Уком над дорамой 2020 года «Отыщи меня в своей памяти».
Ким Дон Ук возьмет на себя роль Хам Муйона, красавца-юриста, которому необходима психиатрическая помощь из-за чрезмерной эмпатии. В противном случае она может помешать его повседневной жизни. Чон Хи сыграет Ли Роум, гениальную мошенницу, лишенную сочувствия, которая зарабатывает состояние благодаря тысяче масок и хорошо подвешенному языку. Премьера «Выгодной аферы» состоится 29 мая в 20:50 по корейскому времени. Комик Со Севон скончался в возрасте 67 лет. Со Севон скончался 20 апреля в Камбодже, где проживал уже долгое время. Согласно сообщениям корейских СМИ, комик получал внутривенную инъекцию в корейской больнице в Камбодже, после чего был обнаружен мертвым. Со Севон начал набирать популярность в 1979 году после своего выступления в юмористическом конкурсе на радио TBC «Radio God Contest». Позже он стал известен как ведущий ток-шоу, его популярность росла во многом благодаря его остроумию. К слову, шоу Со Севон на Stardate, куда он приглашал знаменитостей, было одним из первых ток-шоу в Южной Корее и сильно привлекло внимание KBS. В 1988 году на 24-й премии Baeksan Arts Awards комик получил награду Male TV Entertainment Award, а в 1995 он получил награду KBS Comedy Award, в 1997 награду Korea Broadcasting Awards и одержал победу в номинации Male Comedian Award. При жизни Со Севон также проявлял интерес к киноиндустрии. Он снял фильм «Путешествие» и участвовал в продюсировании еще 10 кинолент. Однако из всех 10 фильмов, что он спродюсировал, только фильм «Моя жена гангстер» добился успеха, став хитом в Южной Корее. Остальные не были замечены ни зрителями, ни кинокритиками. В 2000-х годах репутация Со Севона сильно пострадала из-за серии неприятных инцидентов. Его подозревали в растрате средств, предназначенных на производство фильма, плагиате и увлечении азартными играми. В 2014 году СМИ распространили видео, где видно, как комик нападает на свою бывшую жену Со Чон Хи. В 2015 году Со Севон и Со Чон Хи развелись. В 2016 60-летний комик женился на 23-летней девушке и переехал в Камбоджу, где занимался крупномасштабными проектами по строительству недвижимости, отелей, казино и по совместительству служил пастором. 23 апреля состоялась премьера исторической дорамы «Наш Юго-Западный государственный университет» или «Юность в огне войны». Главные роли исполнили Дилан Ван и Джоу Е. Действие дорамы разворачивается с 1937 по 1946 годы. В основе сюжета история студентов, не боящихся трудностей и лишений. Молодые люди прошли много суровых испытаний, твердо веря в науку, чтобы спасти страну и стать выдающимися талантами. Известно, что сценарий создавался 6 лет. Было написано и пересмотрено 14 версий, проведено 72 семинара по обсуждению сценария. Стало известно, что премьера дорамы «История дворца Куньнин» запланирована на 20 мая. Главные роли исполнили Бай Лу, Чжан Лин Хэ, Ван Цин Юэй и Чжоу Цзюнь Вэй. В основе сюжета история девушки Цзян Сюэй Нин, которая, испытав трудности в юности, всеми силами стремится стать императрицей. Из-за жажды власти она растоптала сердца многих людей. От нее отвернулся лучший друг детства, который сначала во всем ее поддерживал. Когда Цзян Сюэй Нин обрела власть, которой так стремилась, она умерла в результате дворцового переворота. Бог дал ей второй шанс, и она поклялась не повторять ошибок прошлого. Переродившись, героиня всеми силами старалась держаться подальше от императорского дворца и вести мирную и спокойную жизнь, пока снова не столкнулась с теми, кого знала в прошлой жизни. Цзян Сюэнин снова предстоит выбрать между моралью и эгоизмом. Руководил съемками режиссер Грэмми Чу, который снял такие известные сериалы, как «Нефритовая династия», «Удушающие сладости индивилы пепел», «Путешествие Чангэ» и «Синий шепот». Пользователи сети уверены, что у дорамы есть все шансы стать хитом этой весны. Ли Дон Ук вернулся к роли Ли Йона во втором сезоне дорамы «Тивен. Сказание Кумихо». 26 апреля агентство King Kong by Starship опубликовало закадровые фото Ли Дон Ука с фотосессией для роли Ли Йона. «Сказание Кумихо» — это фэнтези-дорама, повествующая о девятихвостом лисе Ли Йоне. Во втором сезоне главный герой в исполнении Ли Дон Ука оказывается заброшенным в 1938 год и пытается вернуться в настоящее время. Первый сезон дорамы вышел в 2020 году и получил восторженные отзывы от публики и критиков. В финале первого сезона Ли Йон нашел счастье с Нам Джа, однако теперь оказался втянут в новые приключения. На закадровых фото Ли Дон Ук прекрасно передает атмосферу Ли Йона и подогревает интерес фанатов, которые ожидали его возвращения к роли. Внимание нетизенов привлек харизматичный взгляд актера и его неповторимая красота. Кроме того, к роли во втором сезоне вернется Ким Бом, а также к актерскому составу присоединились Ким Со Йон и Рю Кён Су. Премьера второго сезона дорамы «Сказание Кумихо» состоится 6 мая в 21:20 по корейскому времени.
Этой весной актер Нам Джу Хёк приступил к военной службе. В июне прошлого года его обвинили в школьном насилии, однако агентство опровергло эту информацию. 26 апреля в сети распространили видеозапись, на которой якобы Нам Джу Хёк участвует в школьном насилии. Видео появилось на YouTube-канале пользователя Behind Master. Он утверждает, что с ним связалась жертва школьного насилия, который пожаловался на поведение Нам Джу Хёка в прошлом году. В видео запечатлен момент принудительного спарринга, когда более сильные школьники заставляют слабых учеников драться один на один. Также ютубер утверждает, что обе стороны встречались несколько раз, но переговоры ни к чему не привели из-за принципиально разных позиций по этому вопросу. Несмотря на то, что учителя и одноклассники Нам Джу Хёка утверждают, что насилия не было, жертва заявляет, что получила повреждения из-за принудительного спарринга. Проблема в том, что у жертвы не было в школе друзей, которые могли бы выступить свидетелями в этом деле, а все остальные якобы сговорились. Несмотря на данные заявления, ютубер не может точно сказать, запечатлен ли в ролике Нам Джу Хёк, поскольку видео размыто. Кто-то из пользователей сети утверждает, что услышал на фоне голос актера. Многие нетизены ожидают, как отреагирует агентство Нам Джу Хёка. Ютубер также обратил внимание, что ранее учителя школы утверждали, что издевательств в стенах учебного заведения не было, но видео доказывает обратное. Шестого апреля в сети появились сообщения о том, что Улей и Юй Шу Синь исполнят главные роли в дораме руководства по поимке Черного Лотоса. Это очень популярная новелла в Китае, у которой много поклонников. Ранее заявлялось, что главную мужскую роль исполнит Чэнь Фэй Юй, а женскую либо Тянь Си Вэй, либо Чжао Лу Сы. В основе сюжета дорамы история девушки по имени Лин Мяу Мяу, которая попадает в фэнтези-новеллу. К сожалению, она не холодная, неприступная главная героиня и даже не очаровательная и милая второстепенная. Лин Мяу Мяу выпала участь быть персонажем номер 3. Она просто преграда на пути сближения двух главных героев. Кроме того, ей предстоит сразиться в неравном бою с вредным и безжалостным Черным Лотосом Мушеном. Но почему все складывается не по сюжету и Черный Лотос все больше и больше обращает внимание на Лин Мяу Мяу? Теперь утверждается, что главные роли отданы Улею и Юй Шу Синь. Многие пользователи против кандидатур, поскольку считают, что два человека с посредственной актерской игрой только испортят проект. В этой дораме, по мнению нетизенов, должны сыграть актеры с отличными навыками. На самом деле, по утверждениям китайских СМИ, руководство по поимке Черного Лотоса из-за своей популярности очень непростой проект, поскольку если актеры не справятся с ролями, сразу же попадут под огонь критики поклонников новеллы. Им Шиван ведет переговоры о появлении в дораме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Действие дорамы разворачивается в 80-е годы и рассказывает о студентах сельскохозяйственной школы в провинции Чунчон. Если Им Шиван примет предложение, он сыграет Чан Дон Дэ, непопулярного школьника, попавшего в неожиданную ситуацию, которая меняет его жизнь. 25 апреля Netflix объявили, что компания инвестирует 2,5 миллиарда долларов США в корейский контент в ближайшие 4 года. Это 3 триллиона корейских вон. Интерес к корейским дорамам, фильмам и реалити-шоу продолжает нарастать. Netflix представили несколько успешных проектов в коллаборации с корейскими режиссерами, сценаристами, актерами и съемочными группами. Дорама «Игры в кальмара» стала хитом 2021 года и самым просматриваемым сериалом на платформе. В категории топ-10 неанглоязычных ТВ-работ всех времен на Netflix представлены 4 корейских проекта. «Игра в кальмара» на первом месте, «Мы все мертвы» на четвертом, «Слава» на пятом и «Необычный адвокат Ойону» на седьмом. Netflix поделились. Несмотря на общее сокращение инвестиций из-за сложившейся экономической ситуации, Netflix не прекращает инвестировать в корейский контент. Объявления о дополнительных инвестициях демонстрируют бесконечную уверенность платформы в потенциале креативной экосистемы Кореи. Netflix подчеркнули, что интерес мира прикован не только к корейскому контенту, но и его создателям, которые обещают представить публике новые интересные проекты. 24 апреля на официальной странице актера Джан Лин Хэ были опубликованы фото и рекламный ролик для косметического бренда Lancome. Актер предстал в образе астронавта. Джан Лин Хэ – официальный посол бренда Lancome. На этот раз актер представил крем для век. Основной лозунг рекламы – узнайте, какой крем выбирают звезды, когда проводят ночи без сна. Звезда дорамы «Игра в кальмара» и «Маленькие женщины» Ви Ха Джун проведет сольный фан-митинг в Маниле на Филиппинах в следующем месяце. В 2022 году Ви Ха Джун стал глобальным амбассадором филиппинского бренда одежды Bench. Актер проведет фан-митинг как представитель бренда в New Frontier Seattle 21 мая. Подробности мероприятия организаторы раскроют позже. Кинокартина «Король неба» – одна из самых ожидаемых кинопремьер этой весны. Фильм посвящен летчикам-испытателям военно-воздушных сил. Главные роли в фильме исполнили Ван И Бо, Ху Цзюнь и Чжоу Дун Юй.
Согласно данным, предпродажные сборы фильма составили более 70 миллионов юаней, что является рекордом среди всех новинок за последние 5 лет. Премьера фильма состоится 28 апреля. Кинокартину похвалили летчики-испытатели и эксперты в авиационной сфере, которые присутствовали на закрытом показе. В адрес кинокартины сыпятся эпитеты волнующий, шокирующий и реалистичный. Известно, что на большом экране будет представлено множество самых передовых авиационных моделей Китая. Стало известно, что 1 мая состоится премьера дорамы «Наследие Юньсян». Главные роли исполнили актеры Чэнь Сяо и Мао Сяотун. Дорама в жанре уся. Главный герой Юньсян, ученик клана Юньтай, отправляется в путешествие, где узнает мир, знакомится с новыми людьми и находит любовь. Но вскоре в его жизни происходит несколько трагичных случаев, преодолев которые он понял, что никогда процветающий клан Юньтай уже не тот. Юньсян стал на путь справедливости даже ценой своей жизни. 23 апреля китайское издание «Юридическая газета» напомнило о том, что актеры и знаменитости, которые попали в скандалы, вели себя неэтично, были участниками преступлений, связанных с незаконным употреблением наркотиков, проституцией, изнасилованием, неуплатой налогов, не могут по своему усмотрению возвращаться к активной деятельности. Поводом для статьи стала попытка возвращения скандально известного рэпера Пигон, которого бойкотировали за измену с актрисой, упоминание наркотиков, оскорбление женщин в его текстах. Его новый аккаунт на Weibo, а также трейлер к предстоящему клипу были удалены после 24 часов после регистрации. Причиной, по которой ресурс удалил аккаунт, стало большое количество жалоб и сообщений от пользователей сети. Издание напомнило, что ограничения, которые существуют в отношении провинившихся артистов, носят многомерный характер и исходят из ряда документов различных ведомств. Так, согласно акту Китайской ассоциации исполнительского искусства, провинившиеся артисты могут быть исключены из индустрии сроком на 1 год, 3, 5 лет или даже навсегда. Другой документ уведомления руководства в сфере культуры и развлечений требует ужесточить наказание для провинившихся актеров и знаменитостей, а также запретить возвращаться им в индустрию. Однако юридическая газета напоминает, что нормативный акт меры по управлению самодисциплиной артистов эстрады в исполнительной индустрии дает возможность таким артистам вернуться в индустрию. Документ также устанавливает время и сроки подачи повторного заявления о приеме на работу. В газете также заявили, что случай с рэпером показал, что популярность – это не только слава, но и ответственность. Социальные сети и онлайн-платформы также должны нести ответственность, сообщать не только о рейтингах и кликах, но также выявлять случаи, когда провинившиеся артисты пытаются незаконно вернуться в индустрию. Тема с заголовком юридической газеты попала на вторую строку в список горячих тем Weibo. Многие пользователи сети активно обсуждали материал новостного издания. Большинство нетизанов сразу же указала на размытость формулировок. Кто-то считает, что появился дополнительный инструмент для борьбы с неугодными знаменитостями, который не имеет ничего общего с желанием благотворно влиять на культуру. Некоторые задаются вопросом, как вообще будет проходить процедура вынесения решения, будет ли у таких артистов возможность оспорить решение ассоциации и множество других подобных вопросов. Теперь актриса Ким Сэрон и участник группы Шин Хва Хи Сон объявлены персонами нон-грата на КБС. 21 апреля Комитет по разработке и контролю соблюдения правил появления в эфире КБС сообщил о своем решении запретить Ким Сэрон и Хи Сону появляться на всех трансляциях телеканала. Комитет принимает решение о запрещении выступлений на КБС артистов, допустивших аморальное поведение, а также проводит специальное расследование по каждому из случаев. Ким Сэрон была оштрафована на 20 миллионов вон за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а Хи Сон был приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год за кражу автомобиля путем его угона. А теперь самое время посоветовать вам дораму. Я наконец-то посмотрела ее сама. Спасибо тем моим подписчикам, кто рекомендовал мне ее к просмотру. Теперь рекомендую тем, кто еще не посмотрел. Итак, «Чикагская пишущая машинка». В главных ролях Ю Аин, Им Су Джон и Го Кён Пё. У этой дорамы просто нереальная атмосфера. Души трех людей, живших в 1930 году, в период японской оккупации, после смерти возрождаются в нашем времени. Один становится автором бестселлеров, который, несмотря на свои успехи и популярность, находится в творческом кризисе. Второй остается писателем-призраком. Все его работы публикуются под чужим именем и якобы принадлежат другому человеку. И, наконец, последний становится фанатом первого автора. Это очень атмосферная дорама. Я всегда задерживала дыхание, когда показывали их жизнь в 1930-х. Вот именно прошлая жизнь, именно сюжет прошлой жизни интриговал больше всего. И, честно сказать, Ко Кён Пё мне, в принципе, очень сильно нравится, и я люблю его работы. С Ю Аином это была моя первая
И знаете, раньше было проще рассказывать новости о всем, что с ним сейчас происходит, потому что я не смотрела с ним ни один проект. А после просмотра «Чикагской пишущей машинки» мне так жаль того, что вряд ли ему у него получится, ну, я надеюсь, честно, что получится вернуться обратно в киноиндустрию, потому что это очень талантливый актер. Его игра меня заворожила, особенно его игра в 1930-х. Что ж, а давайте сделаем обратный перформанс. Посоветуйте вы мне дораму, которую можно посмотреть. Вот просто напишите в комментариях свою самую любимую дораму. Вот все, кому не лень, напишите самую любимую дораму. И если я какие-то из них не видела, я обязательно помониторю, что это, и посмотрю. А теперь точно все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аннён!